даже может быть излишним. 31 градус тепла в Мадриде. Чуть душновато. Узил, мяч под правой. Бензема. Ну, надо забить. 1-0. Вот почему Бензема так, Азил, так боится бить справа? Ну, сейчас все для Реала закончилось хорошо. И, может быть, даже и лучше получилось, чем если бы пытался Азил с правой пробить в этой ситуации. Но вот за ним это водится. Вот как только мяч под правой, сразу ищет другие продолжения. Но здесь он сыграл действительно классно. Смотрите, вот как он левый здесь, ну, вложил просто в ногу Бензема мяч. Тот, правда, его еще подработал, но на то было время. И почему бы не воспользоваться этой свободой, которую центральные защитники Хетафе так милостиво предоставили Кариму Бензема. 1-0. Здесь тоже случился ранний гол.